В одном человеке, а в двух людях. Почему или как устроен мир? Смотрите, как это все устроено. Человек является элементом двух огней. Допустим, чем отличается мужчина и чем отличается женщина? Мужчина отличается тем, что его седьмая чакра, она в виде огня работает, и она создает... Вот смотрите, если посмотреть на человека издалека, то человек похож на... мужчина похож на букву «Н». То есть, если он поднимет руки вверх, то получится две ноги вниз, две ноги вверх, и голова большая, ну а внизу небольшая пипетка. То есть, снизу маленькая головка, то есть, о чем Бог говорит таким образом? Не особо обращай внимание на то, чтобы вот этим болтать и всем тыкать. А особо большое внимание обращай на свое сознание, потому что ты рожден, скорее всего, для этого. Но многие этого не понимают и ставят сознание на последнее место. А что дает Бог мужчине? Мужчина должен быть сконцентрированным на том, чтобы хотеть что-то дать этому миру. Хотеть что-то дать этому миру. Если он плоский, то он хочет дать всем только пипетку. И думает, что все хотят только пипетки, больше ничего. А у женщин наоборот, они хотят взять что-то от мира, взять. Мужчина должен хотеть давать, и таким образом он реализуется. А что мужчина может давать? Если вот можно, как нужно развиваться мужчине? Возьмите и подумайте, как бы вы жили и что бы вы давали, если бы у вас не было пипетки. Вот это да. И точно так же у женщин. Что бы вы брали, если бы у вас не было пипетки и не было бы груди? Что бы вы брали? Кто бы вам хотел давать? Ради чего и для чего бы это хотели давать? Кто должен дать? У кого? Что вы должны делать? Вот подумайте как-нибудь над вот тем, что я сказал. Возможно, непонятно то, что я сказал. Ну-ка.